каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня в избиркоме Тувы прошло итоговое заседание по выборам президента России. Избиратели Республики Тыва показали самую высокую активность – 93,66%. Это, по предварительным данным, первый результат в стране. На втором месте по активности избирателей – Ямало-Ненецкий автономный округ – 91,9%. На третьем – Кабардино-Балкария. По данным итогового заседания избирательной комиссии Тувы, всего в регионе в выборах приняли участие 164 тысяч 7 человек. Явка составила 93,66%. Это один из самых высоких результатов по стране и самый высокий в Сибирском федеральном округе. Из всех кандидатов в президенты России абсолютное большинство голосов тувинских избирателей получил Владимир Путин – 92,84%. На втором месте Павел Грудинин, на третьем – Владимир Жириновский. Далее Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский и Сергей Бабурин, а также Борис Титов. Самую большую поддержку Владимир Путин получил от жителей Эрзинского, Менгунтайгинского, Судхольского и Дзунхимческого районов. Впервые использовались QR-коды, впервые использовались у нас комплекс обработки. Сейчас состоялось наше заседание итоговое, на котором мы подписали протоколы итоговые по состоянию. Вот на 10 часов 50 минут мы подписали итоговый протокол, который сейчас будет отправлен спецсвязью в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, которая уже подведет итоги всей этой президентской кампании, как вы знаете. Касаемо нашей республики, конечно же, мне, пользуясь случаем, хотелось поблагодарить наших избирателей за ту активную позицию, которую они заняли. Она показала нам, насколько мы солидарны, вот, и поэтому мы довольно-таки не на плохих позициях по касаемо всей Российской Федерации. Минтруд России продолжает еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, предоставляемой работодателями в органы службы занятости о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, а также введение режимов неполной занятости. С 28 февраля по 7 марта этого года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,5% и составила 799 280 человек. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 55 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Астраханской, Тверской, Тюменской, Ленинградской областях, республиках Тыва, Калмыкия, Пермском, Краснодарском краях, городах Санкт-Петербург и Севастополе. В 27 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольший рост наблюдался в Чукотском, Ненецком автономных округах, республиках Ингушетия, Татарстан, Московской, Тамбовской областях, Камчатской. Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области, Республике Саха-Якутия и Чеченской республике. По состоянию на 7 марта суммарная численность работников, находившихся в простое, по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 117 640 человек. Не менее 20 миллиардов рублей выделит правительство России из резервного фонда регионам в виде дотации на повышение зарплаты бюджетникам, сообщает «Российская газета». Об этом написано в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром и размещенном на сайте Кабинета министров. Документ был внесен Министерством финансов России. Средства предполагается на повышение зарплат в связи с увеличением с 1 мая МРОТ до уровня прожиточного минимума – 11 163 рубля. Ранее документ был одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 55 копеек, евро 70 рублей 60 копеек. Дмитрий Миллер, Александр Носик, Анна Невская, Игорь Ливанов и Екатерина Волкова в музыкальной комедии Максима Дунаевского «С любовью не шутят» 20 марта в Национальном театре. Муниципальный жилищный фонд города Абакана поздравляет всех с праздниками и дарит скидку на готовые двух- и трехкомнатные квартиры по адресам Дзержинского 187 и Жукова 89. Скидки до 200 тысяч рублей. Подробности в офисах продаж. Абакан, Советская 48 или по телефону 285-409. Акция действует до ее отмены. В
Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. С 12 по 14 марта в полицию Кызыла стали поступать заявления о грабеже от женщин пенсионного возраста. По их словам, неизвестный молодой человек нападал на них в подъезде многоквартирных домов, где жили пенсионерки, отбирал сумки и убегал. В силу своего возраста женщины не успевали запомнить его приметы и, соответственно, не смогли описать его сотрудникам полиции. Преступления совершались в дневное время суток. Можно меня посмотреть? Я иду спокойно к стеночке прислонилась, думаю, сейчас пробежит, люди заходят тут. А он как побежал, как потому, так обоими руками меня. Ну и все. Я ой, ловить, а кто ловить никого нет. Ну я за ним, а что я этого так шагаю, он-то быстренько убежал, вот поросенок. Ой, Господи, да у меня денег-то нету, а я там провожу эти квиточки свои платить. Несмотря на то, что приметы злоумышленника были неизвестны, сотрудникам уголовного розыска полиции Кызыла удалось по горячим следам установить его личность и раскрыть серию грабежей. Грабителем оказался 16-летний подросток. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска полиции Кызыла, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 16-летний учащийся 9 класса одного из общеобразовательных учреждений республики. При проведении допроса в присутствии законного представителя и защитника подросток дал признательные показания и пояснил, что похищенными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению. Установлено, что преступление он совершал спонтанно. Заходя в подъезд следом за пожилыми, он вырывал у них из рук сумки и убегал. Действуя таким образом, нападавший похитил в общей сложности более 34 тысяч рублей. Сотрудники полиции напоминают, что если произошел грабеж, незамедлительно сообщать об этом в органы внутренних дел. Нужно помнить, чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы. А похищенное имущество возвращено законному владельцу. Глава Рособорнадзора призвал региональных министров лично контролировать проведение досрочного периода ЕГЭ-2018. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Тувы. Особое внимание следует обратить на техническую и организационную готовность всех пунктов проведения экзаменов к использованию технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ. 14 марта было проведено тренировочное мероприятие по отработке этих технологий, участие в котором приняло около 3000 пунктов. Еще одна большая тренировка пройдет в апреле перед началом основного периода экзаменов. Перед началом досрочного периода ЕГЭ должна быть проверена готовность всех задействованных для его проведения пунктов проведения госэкзаменов, наличие и исправность необходимого оборудования, работа систем видеонаблюдения и готовности организаторов и технических специалистов. Особое внимание при этом должно быть уделено созданию необходимых условий для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. «21 марта на сцене Дома народного творчества в Кызыле соберутся хоровые коллективы республики для участия в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля. Организаторами являются Министерство культуры Республики Тыва, Республиканский центр народного творчества и досуга и Хоровое общество Тувы. Для участия в региональном этапе заявки подали 8 взрослых и детских хоровых коллективов. Предполагается участие более 300 хористов. Коллективы в день отборочного тура представят на суд жюри 4 разнохарактерные проекты. Произведение, одно из которых исполняется акапелла. Любые книги и аудиокниги стало возможно получить в два клика для читателей Республиканской детской библиотеки имени Корнея Чуковского. Заказ книг в бумажном варианте стоит немалых средств, поэтому библиотека нашла выход из положения, внедрив модную среди современных читателей услугу по предоставлению электронных книг в 2017 году при поддержке Министерства культуры Республики. В настоящее время в электронном фонде детской библиотеки 70 книг.
Спонсор выпуска погоды – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом, стабильной работы. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшой мокрый снег. В Кызыле облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью минус 13, минус 15 градусов, днем 0 плюс 2. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам.